Поселения Ненецкого округа начали освобождаться от весеннего половодья. За минувшие выходные уровни воды на реке Печора начали медленно, но верно понижаться. От большой воды освобождаются придомовые территории поселений Великовисочного и Пустозерского сельсоветов, расположенных на пониженных участках местности и традиционно попадающих в зону подтопления. Во время прохождения второй волны весеннего половодья в Ненецком округе наиболее сложная ситуация наблюдалась в Великовисочном сельсовете. Там в зону большой воды попали три поселения – село Великовисочное, деревни Тошвиска и Лабожская. За выходные уровень воды в районе села Великовисочное снизился на 33 сантиметра и сегодня утром составил 860 сантиметров. Это превышает отметку неблагоприятного явления на 10 сантиметров. По словам главы поселения, за 22 года такой большой воды не было ни разу. Люди просто оказались не готовы к такой стихии. У нас в зоне подтопления 6 социально значимых объектов. Это единая электростанция, но сейчас уже водичка от нее отходит. Котельная, 2 магазина, больница, или Великовисочная, единая электростанция, деревня Тушинка. Всего в сельсовете эвакуировано 37 человек, из них 16 детей. Все они были размещены у родственников. Как отметила Татьяна Жданова, в настоящее время уже началась работа по устранению последствий паводка. В частности, в муниципалитете убирают крупный мусор, собирают дрова, ремонтируют мостовые. Работы кипят и в Наринмаре. В данный момент продолжаются работы у нас на объездной дороге по укреплению некоторых участков. Потому что сейчас основная нагрузка легла на тот участок, и дорога разбивается постоянно. Очень много грузового транспорта ходит. Это как ассигнационные машины, так и машины для вывоза мусора. Поэтому работы постоянно происходят. Также частично была произведена отсыпка поселка Совхоз в районе трансформаторной подстанции, мясокомбината, поселка Бандарка и других участков города. То есть в целом проводятся точечные подсыпки по заявкам населения. За выходные уровень воды в городе снизился на 19 сантиметров до 552 сантиметров. Ранее специалисты Северного УГМС сняли угрозу подтопления окружной столицы до критического уровня, поскольку волна паводка на Нижней Печоре прошла основным руслом. В целом, по словам начальника гидрометеорологии станции Наринмара Веры Волик, большой воды больше опасаться не стоит. На данный момент у нас уровень воды уже понижается. На сегодня 560 сантиметров. Максимальный был где-то 572. В республике Коми там идет спад уровня хороший. На нашей территории тоже идет спад медленный. Вода убывает там по 5, по 6 сантиметров в сутки. Но убывает. То есть уже тенденция к понижению уровня воды. По словам специалистов, паводковая ситуация в Ненецком округе в 2017 году не является критической. Самый высокий показатель воды был зафиксирован в 1998 году с отметкой 672 сантиметра. В этом году он не превысил 568 сантиметров. Елена Семеновичева, Сергей Качегов, телеканал «Север».